А вот и я. Всем привет. Долго я от вас скрывалась. Не было желания что-то рассказывать. Не было хороших новостей. Их как бы сейчас нет, но сейчас я их уже приняла. Приняла, уже смирилась. В этом видео я не буду об этом рассказывать. В отдельном видео вам все это расскажу. Что случилось, что произошло. Какие планы, какие перспективы? Сегодня о хорошем. Между прочим, наступила весна. Наконец-то. Не просто в календаре, а уже за окошком. Для меня главный признак весны — это когда, знаете, уже можно прятать ботиночки теплые, земелька уже сухая, ножки сухие, можно в легких уже кедиках и кроссовочках прогуливаться. Вот это для меня признак того, что все, весна пришла, весна пришла. Вот она пришла наконец-то к нам. Конечно, это солнце, это ранний подъем, потому что много энергии, рано встаешь, день кажется более длинным, больше успеваешь сделать. Вот. И поскольку я сейчас такая вся на подъеме, я решила освежить квартирку, сдуть, так сказать, пыль из мебели, из себя. Ну вот, да. В целом, такие небольшие какие-то косметические поверхностные работы планируются в целом по квартире. Из больших глобальных задач у меня сегодня уборка на лоджии и снять, постирать шторы, обратно повесить. Вот это вот прям, конечно, убийственная задача, вот эти шторы вешать. Но я думаю, я справлюсь. Сейчас мы пойдем с вами в Магнит Косметик, купим необходимую бытовую химию, еще шампунька, мыло у меня закончилось, и вместе, значит, займемся. Освежимся, встрепенемся. Вот, должна же быть какая-то самодисциплина. Вот я решила себя самодисциплинировать и освежить все. Освежить. Хочу переставить снова кровать. У меня тут только два варианта: к левой стене или к правой стене. Но тем не менее, вот на такой площади, метр на метр, конечно, особо не разгуляешься, но хочется переставить. Завтра мне еще придет одна штука классная, какая, я вам завтра расскажу, покажу, будем распаковывать вместе. Вот, а пока пойдемте, значит, в магазин. Что еще? У меня еще я покрасила волосы, посмотрите. Вот такой вот цвет. Волосы и брови все одной красочкой оформила. Ну, нормально. Называется он благородный каштан, нюанс медный, оттенок золотистый, глубина тона светло-каштановый. Такая вот. Также сегодня я торжественно провожаю в последний путь свое кресло. Эх, жалко. Ариха спустила его, помните, я рассказывала вам. Она не простила мне сутки одиночества, пока я была в Москве, она его, так сказать, когтями закоптила до смерти, закоптила. Я приезжаю, и лежит вот такой вот сдувшийся трупик. Так что сегодня я выношу это на мусорку. Кто сделал? Кто сделал? Кто это? Кто? 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 Все, началась весна, уже кашляю, как припадочная. Какие-то эти аллергические припадки у меня начались. Вроде ничего не цветет тут. Ну, вот так. Так, я вернулась из магазина. Я уже практически экипировалась для уборки. Старая рубашечка вот такая вот, которая еще от первого брака у меня осталась. Вот такие вот лосинки в катышках. У каждой девушки, наверное, есть лосинки в катышках. Вот такие вот. То есть я полностью готова к уборке и приступаем. Давайте же уже начнем. Так, сначала я расчищу подоконник. Уберу вот это вот все, что у меня тут валяется. Учебники, тетрадки, ручки. Вынесу вот эту сушилку. Складывать ее не хочу. Она такая, знаете, тяжеленная. Сушилку вынесу в комнату и начну уборочку.
Так, я почти закончила. Сегодня не будет красивого заката, потому что небо затянуло тучками и идет дождик, мелкий-мелкий дождик. Еле отмыла этот пол. Такое ощущение, что я здесь, знаете, в таких грязнючих сапогах ходила, и у меня просто куски грязи отлетали и вот сыпались на пол. Вот такое вот у меня ощущение, да, Кис? У тебя какое ощущение? Таринкин домик старый хранится. В чем причина? Я думаю, причина вот в этом, когда кто-то ходит сверху, сыпется цемент. И поэтому вот реально грязь такая жуткая. Ну вот пока чисто. Это все временно, конечно. Ну вот пока немножко порадуюсь, порадуюсь. Все, дождь отменяется, вы посмотрите. Солнце вышло. А, нет, все равно идет. Все равно идет такой мелкий-мелкий. Смотрите, какая жуть. Вроде все хорошо, да, лесок как будто бы рядом, а такая перепаханная почва, что там нереально просто ходить. Так, сейчас у меня такой план. Я буду кровать переставлять вот сюда, вот на эту сторону. А эту вешалку, стойку с одеждой, соответственно, вот сюда, на эту сторону. Ну, столик куда-нибудь пристрою. Раньше у меня тут стояло кресло, теперь его нет, как вы поняли. И вот эта вот стойка, обвешанная, как я не знаю, что, шматьем. Завтра я буду с ней разбираться. Завтра мне придет штуковина такая, система для хранения вещей. Такая бюджетненькая. Ну, мне понравилось. И хочется, конечно, увидеть, как это все будет в реальности. Надеюсь, это будет соответствовать картинке. Ну, я отзывы почитала. Кто-то доволен, кто-то нет. Но в основном все плюсуют. И я решила, почему бы не рискнуть, не заказать. Потому что невозможно вот так вот хранить вещи. И нормально я их развесить не могу. Потому что, когда они висят, ну, развернутыми, Арина до них достает лапами и их рвет. Вот. Поэтому мне нужна была какая-то закрытая система хранения. Вот. Завтра, надеюсь, все придет, все будет хорошо, и будем собирать. Все, я закончила. Смотрите, как уютно. Теперь так и будем жить. Арин, тебе нравится, Арин? Так, ладно, шучу. Вон я сняла шторы уже. Сейчас буду стирать и двигать кровать. Я вот здесь промыла пол. И сейчас буду двигать. Что ты делаешь рядом с грязной тряпкой? Что ты сидишь? Что ты размазываешь грязь? Вылезай оттуда. Вылезай. Вылезай, говорю, помощница. Сколько у нас хлопот, сколько у нас забот, сколько? Так, ну я практически закончила, я проголодалась, вот жарю котлетки, планирую поужинать сейчас, осталось только повесить шторку, ну и все практически, да, кис уже отдыхает. Законченная, так сказать, картина будет ясна завтра. Завтра, пока я все сбросила вот туда в угол, разбираться будем завтра. А вот и я уже закончила, слава богу, такой героический просто подвиг какой-то. Я приняла душ, помыла голову, чтобы смыть с себя всю пылюку вот эту вот ненавистную, и сейчас жду свой ужин. Так, вот уже положила котлетку себе, помидорки нарезала и жду, когда рис дойдет. Так, у меня новая локация, как вы видите. Но все новое это хорошо, забытое старое. Мы уже тут с вами сидели когда-то на этом месте. Раньше у меня задним фоном был кухонный гарнитур, а теперь будет задним фоном кровать. Вот такой вот у меня шикарный задний фон. Так, вот мое блюдо. Роскошная на этот вечер. Не знаю, почему захотелось котлетку съесть. И кетчуп вот такой вот по акции. Я особо его не ем, но тоже что-то вот захотелось. Потому что он такой кисленький. И мне захотелось кисленького. Но вот этот, честно говоря, не рекомендую. Слишком кислый, какой-то слишком уксуса в нем много. А вот название.
Ой, боже, я устала, знаете, у меня закружилась голова. Оказывается, если вот так долго назад запрокидывать голову, там что-то, видимо, происходит с сосудами. Они, видимо, как-то что-то там пережимается и куда-то, возможно, не поступает кровь. Вот. Поэтому я пока эту штору вешала, я спускаюсь, и у меня просто кружится голова. Причем первые два раза я спускалась перевернуть котлеты, и было все нормально, потому что это недолго было. Недолго я вот в этой позиции стояла, а вот последний раз уже долго. Да, еще такие крючки вредные. Нежнейшая котлеточка. Я обычно люблю долго пропаривать их. Чуть-чуть поджарить и потом водички попарить, чтобы они были мягенькие. Так, не знаю, почему захотелось мне еще чесночка. Так давно не ела. Вчера сидела, думала над планом закупки на этот месяц. И решила заказать на Яндекс.Маркете. Потому что у меня была какая-то аномалия. Весь прошлый месяц, это, знаете, когда выходишь с деньгами что-то купить, ты вроде что-то купила, такая вроде, ну, купила, не купила, короче, не меньше 500 рублей. Приносишь домой, съела, с утра тоже что-то перекусила, и все, думаешь, а что теперь есть, а что на обед уже, а что на ужин, и получается опять идешь в магазин. Вот у меня весь месяц. Прошлый была такая аномалия какая-то, как будто бы деньги куда-то утекают, и ты и есть не ешь толком, и денег нету. Что-то сходила, принесла, есть нечего, как-то так. Поэтому я в этом месяце решила распланировать. Сделала закупочку, ну, таких базовых продуктов длительного хранения. Ну, остальное буду докупать, ну, там, какие-нибудь овощи какие-нибудь, иногда рыбу, может быть. Я добавляла сюда немного чеснока, но все равно хочется усилить. Завтра разберем вот эту вешалку. Посмотрим, что там привезут. И я думаю, ее нужно сложить, потому что и то, и другое. И вот этот кофр с полками для хранения вещей, и вот эта вешалка, они не встанут рядом, тут слишком мало места. Поэтому придется ее разбирать и что-то думать, как все расставить. Так, котлеты я, ну, частично сделала сама. Я купила фарш. Добавила лук, красный перец, черный перец, зубчик чеснока.
Вот получились котлеты. Это лучше, чем купить уже готовые. Жизнь нас быстро приучает. К не лучшим вещам. Раньше считала, что ты сделала сама, это когда ты купила, перемолола, все необходимое добавила. Кто что добавляет, кто булочку, кто размоченную в молоке, кто картофель натертый или смолотый. И вот все пожарила ты сама. Сама приготовила вкусные домашние котлетки. А сейчас, если ты хотя бы купила фарш и приготовила, то уже вкусно. Вкуснее, чем полуфабрикат. Как обещала, грузить вас не буду в этом видео, ничего не буду рассказывать. Завершим этот вечер спокойно. Я думала, позже закончу. Нет, закончила в 10, поэтому еще вагон времени у меня есть. На то, чтобы посвятить себе время. Чтобы посмотреть, послушать, почитать, может быть. Смонтировать видео. Так, я доела. Итак, всем огромное спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Пишите в комментариях, какие у вас планы на весну. Какое у вас настроение. Спасибо, что хотя бы вы у меня есть.